Всем привет, с вами Дауд, и сегодня мы будем играть Resident Evil Zero Remastered на ПК. Я не играл Resident Evil Zero вообще, в принципе, ни разу. Когда она только вышла, у меня не было приставки Nintendo, да, по-моему, она вышла на Nintendo, если не ошибаюсь. И, короче говоря, недавно она вышла, так же, как и первая часть Resident Evil, на PlayStation 4, Remastered и на ПК. Но я не стал ее покупать на PlayStation 4, потому что она была намного дороже, чем на ПК. Поэтому это для меня как бы большой-большой подарок. Это считайте, что для меня новая вообще игра в серии. И классическая. A midwestern town in America. Raccoon City. A solitary island far off in the sea, Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the mansion incident. Короче говоря, это происходит до того, как первая часть происходит в особняке. Я, опять-таки, не знаю. О чем идет речь вообще, что происходит? Investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure! Emergency landing! Check the current position and investigate the surrounding area. Сейчас, Captain, кроме одного человека, меня вся команда сдохла. Prisoners to be transferred to the Ragathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone, let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Короче, моя озвучка классического Resident Evil, да, такая говнистая. Говнястая.
Окей, назад дороги нет. Так, секундочку, это карта. Танковое управление, ну насколько? О, нет. Да. Да. Значит. Инвертарь это крестик. Экипировано. Инвертарь у нас маленький. Как в первом Resident Evil. Микроскопический инвертарь. Бегаем, походу, по автомату уже, да? Дверь в вагон-ресторан закрыта. Багаж разбросан по всему вагону. Запачкана кровью. Блять, а прицел почему-то вообще на правом этом вообще как-то непонятно. Секундочку, поменять управление нельзя. Отлично. Ну что ж, ребята, вообще супер, да? Прицел у меня не на LT, Xbox контроллер, кто знает, слева, L2, а как аномально. This is Officer Chambers from Stars Brothers. На R1. Please identify yourself. РБ. Is someone there? Да-да-да-да-да. Что ж, меня покусали два раза. Очень непривычно, ребята. Какой экспресс? Какой-то экспресс, в общем. Снаружи дождь быстро переходит в ливень. Как у меня там? Статус внимания. А что такое? Набор для смешивания. Игра сама вышла, естественно, после первого Resident Evil. И опять-таки на Nintendo, по-моему, кому-то 64, по-моему, что-то такое. И поэтому ничего полезного. Запись пассажира. Я так быстренько читаю, если вы хотите, можете останавливаться читать. Таких классики Капкома. Можно подумать, кто писал бы такие. Этого беднягу атаковали во сне. Конечно, взять.
Да, после... Отличный костюм. После новых Resident Evil, в том числе начиная с четвертого, неудобно такие управления. По-моему, в четвертой части они взяли правильное направление для игры. Не совсем там был экшен, как в шестой говню, самой отвратительной части. Но и не такое танковое, как здесь. Поэтому... Ой, а тут нам нужно. Смешивать ее не с чем пока. Инструкция экспертизы. Да, короче говоря, седьмая часть выглядит многообещающе. От создателей ПТ, но если... Ну, скорее всего, там будет боевка, потому что... Есть прицел, там топор даже был и так далее. Ну, не знаю, первого лица, если вся игра будет как-то не то, это будет не Resident Evil какой. Хуже, чем шестая часть, короче говоря, не будет. Хуже шестой части трудно сделать. Такое дерьмо вообще. Экшен такой чисто тупой. Также я не играл Umbrella Corporations и так далее. Это просто полное дерьмо. Параша полная, что просто порнография. И мы сохранились в первом возможном месте. И сейчас... Я не знаю, куда я иду. Я не знаю. Вот это... Это меня и радует. Постпроводника. И одновременно беспокоит, потому что я без понятия. Вы знаете, тело работника поезда истерзан, у него что-то в руке карточка, наверное. Да. А, то есть мне нравится, что есть полная идея того, что я новую часть играю как будто. С другой стороны, мне немножко сыкотно. Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around. So, I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest! No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Почему бы и нет? Эдвард, are you all right? What happened? Worse than... We can't... You must be careful, Rebecca. The forest is full of zombies and monsters. Zombies and... Деревянные такие, да? Это меня испугало. Старые добрые собачки. Блять. Ну, ёб твою мать, а. Как неудобно же всё-таки. Как это неудобно. Все, я сдох. Сколько собаку ебаную, блядь, стрелять? Да пошел ты нахуй, а!
Блять. Что там? Вагон ресторан. Самое начало. В ресторане должно быть много-много трав, да? Чувствую я, что мне придется очень долго сидеть, привыкать к этим управлениям. Достаточно. Так, эти двери все закрыты. Тут мы не были пока. Какие-то яйца. Лужи и слизи. Тебе надо будет их сжечь как-то, да, наверное? Понятно, ясно, понятно. Давайте-ка используем это. Загрузки, по крайней мере, идут вроде бы очень быстро. Довольно-таки красивенько выглядит игра. И знаете, Resident Evil... This is Rebecca. Over. Enrico! Hello! Can you read me? Please respond. Все эти декорации, то есть не декорация, а вот задний план, это все было нарисовано от руки во всех вот этих частях Resident Evil. Поэтому даже когда игра... игра выходила только, она выглядела очень-очень хорошо. Даже в те дни, по тем стандартам, она была просто превосходна. It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here?
было по идее, но Ребекка хочет доказать что-то. А, слушайте, не понимаю. Так, секундочку, что это? Руководство. Окей, короче говоря, мне кажется, что придется. А, вот эту дверь они закрыли, которая автоматически работает. И этот чувак будет ждать нас тут. Сейчас надо выйдет босс, даст мне пизды, и я убегу назад. Или что-нибудь такое. Как у нас с патронами? Пока что хватает. Скушай. Так. Окей. Сейчас он встанет и нападет на нас. Excuse me, sir. Sir. Да, я стрелял, это не помогло, а он выстрелил. Сделал, да? Че за хуйня? Классика жанра. Are you okay? За Йокозуна там стоит. Who is that guy? What's going on? Who's controlling the train? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't. Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right, but you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. О, хорошо. If you find anything, give me a call, alright? Как раз то, что я потратил. Приключения персонажа? А это было у вас в оригинале? Окей.
нет. Тут что-нибудь есть? I'll go check over there. Okay. Скучку, чё? This way. Yeah. Так, у него есть нож. Он в отличном состоянии, окей. Так, это менять персонажи. I'll go check over there. Yeah. Let's go. Yeah. Пусть за мной идет. Я даже не знал, что в этой игре можно так делать. Почему-то. Отлично. Сейчас там какое-то говно вылезет. Да нет, не надо ничего туда сувать пока. Игра красиво выглядит, да, ремастер хороший, сделали. Так, мом, отлично. Сейчас бы сохранить, но это же Resident Evil, да, помните? А, я понял. Не-не-не, я понял, типа мне сейчас за него надо будет играть. Окей. У нее патрон где-то раз 5 больше, да? Надо было как-то передать. Сейчас ей, походу, придется мне передавать ей какой-то острый предмет или что там. Зажигалка. Я не удивлюсь, если тут какая-то тварь вылезет. Из окна никто не вылезает. Так, а что я могу ей? Пока что я ничего не могу. Она мне может только патроны дать, да? Что-то острое. Нож, может быть? Давайте посмотрим, может, я что-нибудь тут найду еще.
знаю, может попробовать нож на самом деле. Ключ к чему? Может она ключом, может это? Инструмент. Значит, слышу, там какая-то дверь была, да, помните, вначале? Закрытая дверь. О, красненькая закрытая дверь на другом конце. Давайте посмотрим. Сейчас сначала проверим, что у нас за ключ. Купе проводника, да, в самом начале. Окей, все идет хорошо. Мы так телекинезом, да? Поговорили друг с другом. Взять, конечно. Теперь идем в самое начало. Сейчас какая-то мразь выпрыгнет и будет пизда. Тебя просто прямо тут побежать и в конце вон там. Да, иди сюда, красавчик. Хорошо, хоть автоколонка есть. Зомбаре ничего не падает, кстати, да? И Resident Evil 4+. Патронов сколько у меня еще есть. Если твари постоянно вылезают, то продолжают вылезать. Сохраниться не получится, но нет этой машинки. Да. А это другая комната сорвана. Не собачек слышу, походу. Короче говоря, классика Resident Evil, мы в самом начале опять, там еще одна дверь с карточкой закрыта, да? Это что такое? Че? А, мы взяли карту поезда. Это чтобы усиливать зеленую. Я этого делать не умею. Зато Ребекка умеет.
Ой, блядь. Не, ребята, я еще не закончил. Еще портфель можно посмотреть. Для каких-то круглых объектов. Потерял ключ. Знаешь, мы почему бы не да. Больше идти некуда. Креветки, я хочу креветок. Так, сейчас из окна кто-то будет. Круто. Да. Это тот лизунчик, наверное, из старого Resident Evil или кто-нибудь такой же. Хочу тратить травы. Это не дверь. Ой-ой-ой. Два свободных блока. Ух. Да. Короче говоря, 101 это хорошая комната, надо ее запомнить. Блять, ну придется что-то использовать. Не знаю, как-то глупо, наверное, нож выбрасывать, нет? Пришлось, ребята, не ругайте меня, не судите меня строго. Острый предмет надо будет отдать ей, потом мы вернемся в 101-ю комнату.
И уже Джилл, который слабая защита, наверное, да, надо будет дать дробовик. Сейчас эта тварь выпрыгнет. Да. Что за хуйня? Откуда тут краб? Что мне делать? Блять. Так. Похоже, придется выбросить что-то, нет? А если я выброшу предмет на пол, он останется там? Мне очень нужен дробовик, чтобы этого крабса завалить. Спальником ебаный. А, хорошо, хорошо, я могу тут все выложить просто. Нормально. Я тупанул. Мягко говоря. Все предметы тут, да? Да. Зеленую травку я использовал просто так. Ну что ж, 101 комнату мне по-любому надо будет вернуться. Там и хилка, и предмет, который надо будет передать. Все время хочется сказать Джилл, да? По классике. Но это Ребекка, чувак. Никакая не Джилл. Давайте мы оставим. Сейчас мы кое-что сделаем. Я боюсь оставлять винчестера, но, по-моему, придется. Сто первая комната — это жизнь. Сто первая комната — это хорошо. Значит, это нам точно нужно, чтобы передать же Ребекке, блядь. Thank you.
давайте бросим это нахуй. Потому что пока что у нас нету никаких кругленьких предметов, как там было написано. Это нам нужно, но там же лежит. Бля, там же лежит. Твою мать, я хотел сохраниться. Давайте выбросим. Ружье. Там один патрон. Поднимем. Мой ножик. И там какой-то предмет еще один. Окей. Все нормально. Просто приходится быстро, много бегать придется. Из-за того, что наши инвалидные персонажи не могут тащить больше, чем... Сколько там? 6 предметов? 5? 4,5? Ну, в общем, в зависимости от того, что вот нечестно, например. Это реалистично. Крабик исчез. Окей. Что это такое? Идем сохранимся. Я думаю, эти можно будет оставлять тут прямо в машинке, а не таскать с собой. Мы пока что сохранимся. Пили. Ну что ж, ребята, думаю, ну пока что хватит. Мы достаточно немало прошли. И мы продолжим в следующий раз. С вами был Дауд. Всем пока. Спасибо.